Вы знаете, Россия очень многогранна, Россия очень разношерстна. Если рассматривать Россию только на примере крупных городов, там Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, это одна история. Но Россия, к счастью или к сожалению, скорее всего, к счастью, состоит все-таки в основном из огромного количества маленьких поселков, огромного количества сел, где зарплата, как я уже говорил, к сожалению, 5-7 тысяч рублей. Поэтому, когда Дмитрий Анатольевич дает столь негативные прогнозы, я с трудом представляю себе, что значит новый негативный экономический виток, а как может быть хуже плохого? Как может быть хуже плохого, когда люди, зарабатывая 5 тысяч рублей, платят коммунальные платежи 4?